I've said several other matches were the bronze medal matches. This is actually it. I was mistaken. This is one of the two bronze medal matches. Награждение 60 килограммов участвует Борис Павлов, Дмитрий Миндиашвили, Асхат Чехургинов. На Гаврице также борцы осваивающие третье место и бронзовые медали в весовой категории до 60 килограммов. Красным трибом мастер спорта Виктор Вандраксаев, синим трибом мастер спорта Бояр Циренов. Борцы представляют команду Республики Бурятия. Akhmed Chakaev, bronze prizer in the world in Iran, silver prizer in the international tournament series Grand Prix in Hungary, 2004. Vladimir, bronze in the triathlon, master sport in the international class, Republic of Bulgaria. Vladimir Vilmov, победитель первенства Европы 2005 года. Серебряный призер первенства России. Гран-при Иван Ерыгин. Joe here brought 60 pair of those over here last year and gave them to all those guys. Really? Seriously? Big couple bags. На коврице в красном трико борется Виктор Вандраксаев, мастер спорта, представляет команду Республики Бурятия. Ему 24 года, Виктор Вандраксаев, победитель международного турнира на призы президента Республики Бурятия. Синий трико Бояр Циренов. Бояр Циренов представляет команду Республики Бурятия. Ему 22 года, 11 лет занимается борьбой.
They both are. That just means back of the head double. This commentary is interesting. Эрик Андрей Чагаев и Ваха Аушев приглашаются к столу информатора. Chance number two. Number two, yes. Why not? You have said the big junior. Thank you.
Итак, Владимир Вильмов и моя Сирена Кова представляют.